Хей, йога, если мы шмики, мы продолжаем родить руку под названием Узурпар. Или Узурпатор, да, типа. Главный командующий. Короче, мы получили способность летать. Так, вот таким вот способом. Поэтому, я думаю, сложности у нас больше никаких с вами не будет. Поэтому летим вверх. И-и-и-и-и-и. Что мы делаем? Мы летим дальше, вот что мы делаем. Я не помню, что было в этой стороне. Ага, тут закрыто. Так, наверх. Я что-то этого надамажить не могу. Почему здесь типа никого нету? Пускай глазница у меня наполняется. Отлично, можно лететь. Можно лететь, можно лететь. Можно, можно, можно. Принял. Так. А это у нас что? 52. 67. Ах. Так, давай сюда. А вот тебя мы сюда. Так, а теперь мы заряжаемся. Ай, меня ток убил. Меня убило током. Лыс хороший. Но замах долгий. Да ладно. Я ж не буду меч придавать, так? Так. Так, так, так. Так, 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 так. И полетели. Только, видите, дефать нельзя. Минус. Вот минус единственный здесь. Да дефать. Зараза. Так, короче, сколько там было? А давайте проверим. Лыс возьму. Тыч. Заново. Да, опять меня просто молния пригрела. Посмотрите, а враги-то меняются. Готово. Вот так я ж могу идти, что так нафармить себе очень много. Как они называются? Кристальчики обычные.
Я ж могу летать, все это значит GG для всего. Это походу. Это не это. И дым, и камни. Все в одном. Не, я там не пройду. Я тут и не пройду. Тут-то не пройти. Так, 45 тысяч. Это плюс еще левелапы. Поехали. На что? На левелапы. Левелапы, левелапы. Так, помчали. Ну, тут больше ничего нету. Это типа... Так, где карта? Это получается, где был сейчас? А вот... Вижу. А, так меня показывают. Я такой серенький квадратик. Да? А ну-ка, сейчас попробуем. Го, попробуем. Ша-ша-ша-ша-ша. Ша-ша-ша-ша будет. А ну-ка. И нет. Тут просто серенький квадратик. Так, что тогда? Куда мне идти? Блин, а я не знаю, куда мне больше. Блин, не, мне походу только туда идти. Куда туда? Ну туда. Так, level up. Save game. Так. Так, там у нас лаборатория. В лаборатории больше ничего нету. У нас есть еще здесь такие вот моменты. Дамаг. Даггер. Ну, блин, с полетом намного легче. Согласитесь. Полетом в разы легче. А я не открывал. Значит, кто-то другой открыл ящик. Я сюда допрыгнуть еще не мог. Алло. Я что, типа вещи ворует еще здесь? Прикольно. Прикольно. Так, нет, не сюда. Погнали в эту сторону. Вот маяк. Так, часть кристалла, что-то там. Ой. Ладно, пойдемте на стульчик. Я просто так быстрее передвигаюсь. Намного быстрее.
О, еще точно сюда за сундуком сходить. А у тебя больше града нету. Слабое. Так, левелоп. Мне вообще нужно 30-ку набить. Это много, это много. Вот, так я могу еще так делать. Так вообще все прощается. Много раз. Восстановили мне? Конечно. Да, восстановили. Так, рапира. Так, здесь у нас... Ага, почти 30. Так, почти 30. Картины. Вижу босса. Какая-то шива. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А не трогал бы ты их. Знаете, это денег халявных. Ну ладно, не халявных. Пока полетали, пока все сломали. Но сюда можно каждый раз прилетать и все это делать. Так, мне походу, короче, нужно сделать вот так. Main меню. Лединг. Выбрать. Это что? Можно прицел брать. Лейдинг. Ладно, так хотя бы можно смотреть, куда я блинкаюсь. Хера не восстановили. Враги восстановились? Да. Враги восстановились, но сундук не... Не-не-не. Сундук нет. Нет. Какой сундук? Нет. Ну, сундук. Вот, видите, мышка. Или на экране там не видно мышку. Так.
Минус враги. Так. Что здесь у нас было стоять? Им. Так, ну я где-то сейчас вот здесь. Здесь я сейчас. Мне нужно пойти. Что мне нужно? Мне куда-то нужно. Блин, мне куда нужно? Наверх, желательно. Ладно, сейчас посмотрим. Ой, сейчас все очень быстро. Вот то, что у меня полет. Ладно. Во. Штяк. Видели, как я могу? А вы так не можете. А вы так не можете. А я могу. Он понял, что мне потом кранты не будет. Вот это главное. А пускай у меня этот восстановится. Так, короче, а сюда, походу, только с помощью полета можно залезть. Да, что вылазить, я буду тоже через пропеллеры. А тут иного способа и нету. Хорошо. Топорик. 40-56. Типа старый какой-то фонтан, да? Какой-то старый фонтан. Фу, блин! Он орёт. Я думал, устройство. Я думал, устройство. Большие зеленые балки. Тупые зеленые большие балки. Изи. Так, готово. 46к. Сейчас я лечу хер куда. Хер куда. Нет, не иллюзорная стена.
Ух. Выглядит интересно, говорит робот по имени Фродо. Так, карта. А я сейчас где-то наверху. Стоять, вернуться, полет. Так, отлично. Типа, я не понимаю, вот ваншотит, а бывает не ваншотит. Странно, здесь всегда это работает, система. Мэтин трейдит. Ох. Ох. Страшно. Страшно, вырубай. Страшно, страшно, вырубай. Вырубай, вырубай. Это пистолет? Ни хрена себе. Мощный пистолет. Пистолет однако мощный. Я вам не буду врать. Давай не лагай. Так, я сейчас в красной зоне, так? Так. Или нет, подожди. В какой сейчас зоне? Я сейчас в замке, это 100 пудов. Ладно, плевать. Полетели. Антихристы. Мы ходячие антихристы. Так, 79-ка. Да, вот это я сейчас в очень опасную игру играю. Чтобы это все не просрать только. Самое важное. Самое важное все это дело не просрать. Готово. А, это стенки. Так, стоять. Если это стенки, значит, я сейчас на крыше. Ага, я сейчас спускаюсь вниз, иду направо. Там будет место, куда мне надо. А нет, я входить не буду. Не сейчас. Так, вниз. Вот. Здесь на престол. Level up. Так, раз, два. Так, окей.
Так, а вот теперь можно уже идти. Идти убивать. Идти убивать. Так, а что мне там снизу? Это проход. А, не хочу. Там чего? Туда тоже не хочу. Ладно, пойдемте в левую сторону к боссу. Вот это было стильно. Так, подожди. Давай я, наверное, все-таки поменяю меч. Так, 56. 52. Ай. Обидно. Вперед. Не, ну тут хотя бы легко. Ну именно. По сложности врагов. Мне здесь просто влететь. Забрать души. Блин, нужно посмотреть, сколько я наношу тем топориком. Ну, типа мечом. Что у меня самое домашнее? Пистолет. А, Б, С. Нет, топор лучше всего здесь. Нет, ладно, я понял. Нужно этим убивать как-то. Сейчас восстановится. Так у меня все равно на все слетит. О, тихо. Плевать.
Воспоминания, да, это воспоминания. Очень давние воспоминания. Ох. Нет, топор этот хороший, но для именно таких моментов. Ух, level up. Так. Save game. Отлично. 37 уровень у нас. В принципе, муж... Блин, у меня 37 этих... Это получается по 15к стоит одна штука. Так. Как я понял. Так, вот. Все, все, мы можем теперь везде лазить, где хотим. Я могу ломать все, что хочу. И туман мне уже нипочем. Ну, значит, мы скоро уже игру и пройдем, ребят. Поэтому давайте я вернусь. Я там, проход. Быстренько, быстренько вернемся. А, мне нужно приземлиться. Блин, вот единственный минус, типа мне нужно приземлиться, а потом заново. Ладненько, тогда, я думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.